Начинаем утро с яичницы. Посмотрите, какие яйца разные. Вот это вот обычные яйца в обычном там продуктовом магазине. Вот эти вот яйца из Пятерочки желтенькие. Они такие по 20, вот лету, там на них написано зелененькая такая упаковочка. А, типа у нас до оранжевая, до желтая, да, попорочная? Да, глядя, как получилось. Но я так не подбирала. Да, сейчас с Григорием позавтракаем. Как я, помнишь? Сейчас эту штуку вот так вот разобьем, чтобы она прожарилась. Да, побыстрее, чтобы таких сопелек тут не было. Гром гремит, земля трясется. Григорий, идем английский, я тебя позову. Гром гремит, земля трясется, моя яичница вперед несет. Что у нас за окном, представляете? Но мы не очень радуемся этому снегу, потому что это означает то, что к нам не приедет дедушка Лёша завтра. Мне сказали, посмотрим на погоду, проснемся. Ну, вот так вот. Так, я уже приготовила обед. Поехала, купила курицу, макароны. В общем, сделала курицу с макаронами. Все это в сковородке сейчас смешала. И по снегу так приятно ехать. Но чувствую, что он закончится. Если честно, я не хочу, чтобы был снег именно в этот раз, потому что к нам должны приехать Сережины родители. Если будет такая погода, то, естественно, они не приедут. Зачем это надо, если еще и подморозит утром, то они точно не приедут завтра. Но я так хочу, чтобы они приехали. Я обожаю, когда они приезжают, поэтому я хочу хорошую погоду на эти выходные. Без снега, без мороза, без дождя. В общем, чтобы все было круто. Но снег продолжает еще идти, но уже маленький. Вот он, обед. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Макарошки. Морковка, как всегда, лук, соевый соус еще без соли. И курица. Ну все, готово. Там уже почти нет снежка. Он совсем такой маленький, поэтому я думаю, что все будет нормально. Главное, чтобы мороза не было. Ждут прянички для упаковки. Сейчас буду начинать упаковывать потихоньку. Начну с лол. Посмотрите, какие пригласительные. Теперь очень классные получились. Холодное сердце будет у Каролины. У нас тут... Бомбочки! Бомбочки это? Мама, сними, как мы их делаем! Давай. Как вы их делаете? Набираете воды, да? Ну, мы их сначала на кран, потом... Сначала делим экран, да? Что? Потом на кран! У нас посменили какао! Мы потом на ванну будем носить! Потом ванну? Ай, в лицо капнуло! А у нас один уже, Гриша, отпустили! Да? И случилось ЧП. Вот такая у нас сегодня пятница. Антоша купил шарики. Ой, уже пальцы болят. Ну, хочешь, я сделаю. Ты завязывать этих не сможешь. Еще глянь, сколько лисичек. Кто тут? Лисички мои приехали. Лол, вы лол будете, да? Да, лол! У меня уже поток из ногами пришел. Вот уже сколько у нас осталось, немножко. А мы хотим... Мама, а мы все хотим. И набрать ванок, а потом у нас арбиз там. Точно. Гриша, где наш арбиз? Так, будем сейчас я пить чай. А что ты их спрячешь? Я хочу еще на завтра. Ну спрячь на завтра. Ты всех угостил, всем досталось. Ну и все, иди положи туда наверх на завтра. Сейчас. Доброе утро. У нас, в общем, хорошие новости. Я теперь буду снимать нормальный влог. Потому что выходные будут явно с нормальными влогами. Родители Серёжины приезжают, и у меня нет пряников, поэтому влоги будут офигенные, я надеюсь. Вот, сейчас помыла голову, умыла, сейчас пойду накрашусь, посушусь, нужно ехать что-то купить к обеду, приготовить супчик с чечевицей и ждать родителей. Блин, что-то глаз потёрла, и как-то не так теперь. Мальчики тут уже что-то убирают, мой Гриша и папа, пока мама там спит. Да? Говорю, мальчики уже тут что-то убирают, пока мама спит. Я сейчас в магазин же съезжу. Так, мы
Зоя Степановна, расскажи, приготовили завтрак, да, Зоечка? Да. Покажи, что у нас сегодня на завтрак. Пошли, все покажешь. Зоя помогала, все нам раскладывала, да? У нас сегодня омлет с сосисками, чаек, да? Да. Сгущеночка. Как она называется, сгущеночка? Коровка из кореновки. Да, но Зоя сначала говорила, это божья коровка из кореновки. Да? Да. Ты так думала, что это божья коровка? Да. Да. Что, сейчас мальчики наши придут, да? Да. И мы будем завтракать. Да. Ты уже хочешь кушать? Нет. Ну, выбирай себе место. А, ты не хочешь? Нет. Нет? Тебе вот это, да? Да. На стульчик будешь садиться, да? Иди, Вере, покажись. Ты в новой куртке? Ой! Как этот гномик, да? Мам! А я не плакал. Не плакал? Да, это у меня пчела укусила, я не плакал даже. Ну, ты моя привет. Пчеля. Пчеля? А где ты ее взял, пчелю? Там она била на кусте. Она, наверное, сонная. Пакетик, дай. Садишь кофточку. Пакетик, дайте мне. Сейчас. Вкусно. Какие вкусные пальцы? Скажи мне, пока-пока. Пока-пока. Это я ей дала. У нас другого нет, друзья. У нас с пакетами засады. А что вы поедете с пустым пакетом? Мы вот тогда без пакета, родни. Ку-ку! Маши, пока-пока. Пока-пока. Мне так нравится, как он так пальчиками машет. Не рукой, а пальчиками. Маши, пока-пока. Дай пальчик. Пока. Дай пять. Пять, дай, Коля. Коля, дай пальчик. Дай пать. Дай пать. Не пать, Антошенька, а давай. Пять. Давай. Пять. Коля. Пять. 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 Да он же все, одеваться. Видите, какая погода. Вышло сегодня солнышко. Очень хорошо. Вот как мы ждем бабушку с дедушкой. Так, что у нас здесь? Супчик доваривается. Здесь что у нас? Морковка, картошка, лук. Все как всегда. И куриный бульончик. Вот я закупила суповой набор. Вот из таких трех штучек сварила. Еще три осталось. То есть в наборе было 6 штук. Вот сейчас добавлю сюда чечевицу. И все, и супчик будет готов. А, бабушка с дедушкой приехали. Антоха уже выскочил. Кнопа приехала, и Кнопа приехала, и Кнопа, и Кнопа. Ура! Да, Фоська? Деда! Где деда? Покажи. Деда, приехали! Начинай нашивать! Ты один раз... день! Да. Это хорошо? Да. Ого, у нас тут наложили стирки. Это что такое? Это мне все навалил. А ты куда собрался, Фось? Что это такое за радость? Чипсы! Ужас! Мама, там тебе йогурт! Спасибо! Да? Маме, там йогурт! Да ты что? Это мне? Тебе. Да? А вам что? Нам автомобиль пакет вот. Это мой, да? Ну, давай я занесу. Сейчас ты не здесь-то не доставай. И сосиски! Все, заносим? Ой, молоко тут нам привезли. Деда, приехал. Да? Да. С бабушкой? Да. И с Кнопочкой? Да. Только закрывай, закрывай, молодец. Тоха сразу это. А, ты отдал бумажку. Да. Вы еще в эту сторону едете. Покажи. А что? Да вот и там. Да, давай. 20. 22. Дашка Галя нам пирожки какие красивые привезла. Я красавица на обувь. Только он. Ну, да? России? А, это же вот эту книжку, которую я на Вэлберисе заказывала. Какие карьерные озера Камчатки. На поле раз... Ты что, мы будем? А, играть? Я ищу бонусы. Четыре надо? Знак. Да.
На вот, получается. Кого собирать надо? Машинки, да? Большая настольная игра. Тра-та-та, давай собирать. А сюда просто колесики. А что тут собирать? Просто смотри. А грузовик? Клацаешь и так. Такая. Так вот клац. И сюда еще назад. А вот она. Вот она. Сначала везде колесики. Шинобонус кладет его в кузов. Если грузовик с бонусом попал на пропуск хода, игрок... Бросай. Бросай. Сейчас уезжай по короткому. Два. Быстрее до финиша. Раз, два. Вот сюда возвращайся. Нет, вот он. Аж сюда. Так, это еще знак? Что это за знак? Нет, это знак, это ж вот он. Это... Ну все, он вернулся. Он вернулся. А в смысле, это знак, который этот? Что? Мы с ним рядом ставим. Ну, красный знак позволяет что? Позволяет поехать по... взять одному из этого гаража деталь. А, то есть еще деталь. Да, будет. Бери деталь. Да. Из гаража. А где Афоня наш? Помните? Потом с этой деталью еще машина. А, можно еще одну машину собрать? У меня тоже есть. Ну ты вложи деталь. А я ж думала, это башки Галина машина. Это ваши. Нет, тут они. Тут сами. Раз, два. Это вообще класс, Антоша. Ну, Антоша тут нам. От кого прирождился? От меня! Тебя, Сержи! Я прям с тобой дивлю. Ты знаешь, когда я нахожусь на дереве на тоненькой веточке... Молодец. Антоше осталось только подниматься научиться, да, Антош? Опа, на своем троне. Кнопа. Пока. Так, Сержунь, ты же повезешь, да? Ты же повезешь. Ничего не надо.